А сейчас в словарном диктанте, кроме того, что ты запишешь все слова под диктовку, в тех словах, в которых встречаются буквы «е», «ё», «ю», «я», ты делаешь подчеркивание в том случае, если эти буквы обозначают два звука. Итак, начинаем словарный диктант. Стоят. Стоят. Прием. Прием. Каюта. Каюта. Боец. Боец. Ясный. Ясный. Обезьяна. 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 Отъезд. Отъезд. Съемка. Съемка. Вьюга. Вьюга. Баян. Баян. Съел. Маяк. Адъютант. Адъютант. Споемся. Споемся. Уйдем. Уйдем. Подпоет. Подпоет. Юмор. Юмор. Поесть. Сейчас проверим диктант. Напоминаю, что нужно было подчеркнуть те слова, в которых буквы «е», «ё», «ю», «я» обозначают два звука. Стоят. Прием. Каюта. Боец. Ясный. Обезьяна. Отъезд. Съемка. Вьюга. Баян. Съел. Маяк. Адъютант. Споемся. Уйдем. Подпоет. Юмор. Поесть.